Доброе утро, всем доброе утро, привет, 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 очень рада всех приветствовать, добро пожаловать на наш марафон «Кожа класса люкс» мировой бренд, он реально наш, потому что участниц, ну, очень много, вы можете все это посмотреть по хэштегу «Кожа класса люкс» мировой бренд. Мы выставляем в сторис лучшие работы, те, которые нравятся мне, участникам моей команды. Сегодня четвертый день марафона, и я вас поздравляю и объявляю его официально открытым. Хочу поделиться с вами обратной связью и хочу сказать вам, вообще выразить свой восторг и свое восхищение. Потому что, во-первых, каждая участница ждет утро. Спасибо вам большое. Все пишут, уже в 7 утра просыпаемся, как наркотик, ждем макияж от Лизы. Это самое популярное. Второе, что самое популярное, многие, кто не делали макияжи, стали делать макияжи после 3 дня марафона. Меня восхитила вчера история одной из девушек, которой 47 лет, она написала, что она никогда не делала макияж, ей понравился марафон, и она обратилась к своему консультанту по красоте, и после этого делает макияж уже 3-й день. Меня восхитили истории нескольких консультантов Мэри Кей, которые писали, что провели по этим макияжам мастер-классы, провели встречи, и у них были продажи. Кто-то продал на 8 тысяч рублей, кто-то продал на 200 евро, кто-то продал на 40 тысяч рублей. Почитайте, пожалуйста, в сторис, все это есть. И если в сторис нет, то в избранных, где мигают, у нас не хватает даже добавить закладки. Марафон 1, марафон 2, марафон 3, уже марафон 4 есть. Можете зайти, почитать интересные истории. На самом деле, кожа класса люкс – это мировой бренд. За 3 года проведения моих авторских курсов офлайн и онлайн – ну не 3,5, более 300 городов обучились офлайн, 30 стран русскоговорящие обучились онлайн, более 18 тысяч участниц создают кожу класса люкс. И такие результаты я слышу после всех своих авторских курсов, если это офлайн или онлайн, это может быть групповое обучение, индивидуальное, но в любом случае результаты есть у всех. Поэтому я очень рада, и этим летом вот этот марафон я создала специально для вас, дорогие мои подписчики. Спасибо вам за вашу обратную связь. Кто-то просыпается в 6 утра, чтобы не пропустить. Но работы реально очень крутые. Я не знаю, как мы будем их выбирать, потому что очень много красивых, качественных работ. Очень много классных, красивых фотографий. Можете делать даже не только селфи, а какие-то портретные фото. Вот. Ну, на самом деле, очень круто. И есть даже такие участницы, которые... В сторис мы выставляем фотографии, которые прям, ну, при зрительских симпатий, я бы так это назвала, потому что очень много лайков, и женщины, и мужчины все там ставят на какую-то одну фотографию, а там одна работа, да, то есть вот мы тоже это отметили. Потом еще много пишут, например, если какая-то работа нравится или какая-то история, тоже очень много лайков поступает, мы тоже себе делаем пометку. Поэтому чем интереснее история, чем красивее ваша фотография в ленте, чем интереснее вы выставляете в сторис какие-то там истории или какие-то сюжеты, тем больше шансов выиграть и выделиться. Но у нас, ну, по крайней мере, у меня все фавориты. Ну, вот Аня, Дима, те, кто помогают выбирать, Антон, там это кто снимает видео, кто занимается онлайн обучением, кто делает все макеты, кто отвечает на звонки, служба поддержки, все эти телефоны есть на сайте, вся моя команда, ассистенты Ирина, Наталья, конечно, у них есть тоже свои фавориты, и мы действительно рассматриваем все истории, все работы, в общем, в чате мы переписываемся, а как тебе это, а как тебе то. И, ну, действительно, все правда, мы будем выбирать победительницу, но это действительно трудно, честно. У меня сегодня слово «паразит» действительно. В общем, действительно. Так, ну ладно, приступаем к нашему макияжу. Пишите, пожалуйста, кто из каких городов, кто из каких стран по традиции. Я уже вижу, тут много-много написали, сейчас не буду на это отвлекаться. Вы пишите, пожалуйста, кто из каких стран, кто из каких городов. Очень многие пишут почему-то, что холодно.
Погода не очень, но что поделать, лето бывает разное. Ну, кто-то пишет, что отлично, погода замечательная. Москва, Чита, Казахстан, Омск. И еще мне часто задают вопросы. Вот те, кто меня видели в жизни, особенно когда я прилетаю в город, и организатор курса слышал меня только по телефону и видел в Ютубе, там, в Инстаграм, все думают, что я очень высокая и такая достаточно полная. Ну, я, конечно, не худая, но и не полная, и не высокая. Мой рост 1,57 м, я маленького роста, и когда меня все видят, мне все говорят: «Лиза, ты такая маленькая!» Это я слышу первое вместо «Здравствуйте» там или «Привет, Лиза». Вот, когда меня встречают организаторы, которые меня не видели, это тоже меня спрашивают стали: «Лизавета, у вас какой рост?» и так далее. Ну, в жизни я вообще другая, я отличаюсь от видео, ну, не то, что прям очень сильно, но большинство мне это говорят, и когда мы знакомимся ближе, мы становимся друзьями на долгое время. В Краснодаре погода Суполь, Симферополь, Могилев. Так, крайний север, Игарка, привет, Комсомольск на Амуре, у нас жара, у вас вообще погодка необычная, я когда к вам приезжаю, у вас или очень холодно, или очень тепло, но в этот раз я была в мае, Караганда, привет, Туапсе, привет, Москва, Домодедово, Мурманск, Севастополь, Хабаровск, Сахалин, Ялта, Крым, Могилев, Конаково, я прошу прощения, могу неправильно сказать, Бердянск, Украина, в Курске холодно, Тюмень, Брянск, Казахстане жара, Владивосток, Крым, Нижегородская область, да, я тоже клиентам делаю макияжи по прямым эфирам, отлично, клиенты в восторге, я очень рада. Череповец, так, Несвеж, Улан-Удэ, Екатеринбург, Саратов, Оренбург, Ноябрьск, Санкт-Петербург, Черемхово, Бамкуант, это где у нас, скажите мне, пожалуйста. Я когда лечу в какой-то город курсы проводить, если я не знаю, я уже в самолете смотрю, куда же я лечу по карте, Google, куда я лечу. Орел, Оренбургская область, Ереван, Пермь, Екатеринбург, Белгородская, Магнитогорский прохладно, но солнечно, Жуковский, Краснодарский край, Ковров, Швеция у нас до этого еще была, Великий Новгород, солнечно, США еще были, я видела, Биробиджан, так, еще кто у нас, ну, в общем, пишите, Пермский край, Качканар. В общем, как обычно, география макияжа схожая к Лансолюк все больше и больше. Первое, с чего начинаю, сегодня у нас будет макияж Gold, Gold Makeup. То есть мы сегодня будем делать золотой макияж. Это мой один из фаворитов макияжа, который делаю для себя и очень люблю. То есть у нас с вами был уже мини Smoky Eyes. Мы с вами делали... что мы делали? Мы с вами делали нежный романтичный образ. И третье, вчера у нас с вами была яркая помада, да, то есть это три разных образа, три разных способа нанесения. Я думаю, что вы заметили, что я не использую тональные основы, потому что тональные основы, ну, как бы их снимают с производства в Мэрике, Россия, в Мэрике, Америка они уже есть. Мама, привет! Значит, в Мэрике Америка есть, в Мэрике Германия, по-моему, есть, в России еще тональных нету, они есть, но я их вам показывать не буду, потому что записываю сейчас новый онлайн-курс кожи Классолюкс мировой бренд, и уже там можно будет все это увидеть, ну и, соответственно, когда уже ближе к получению тональных основ в России, за 2 недели обязательно в Ютубе выставлю крутой суперролик, у меня будет новый формат, поэтому сейчас прохожу обучение сама лично, то есть не команда, а поставьте, пожалуйста, плюсы, мне будут помогать, а я сама это буду делать, и потом, ну, конечно, будут помогать там монтировать и все такое. Ну, короче, скоро все увидите в Ютубе. Так, что-то я волнуюсь опять за наши прямые эфиры, да, плюсы, все нормально. Отлично, так, ну все, поехали. Первое, что мы делаем, мы берем увлажняющий спрей.
и наносим его полностью на все лицо. То есть мне нужно максимально увлажнить. Я, конечно же, сделала сейчас демакияж. Это новая щетка и массажер, который я сделала. Классно, супер, про это уже рассказывала. Кстати, все прямые эфиры есть записи на моем канале YouTube. Заходите, ставьте лайки, смотрите. Следующее, что я делаю, я наношу любимое масло, про которое я вчера говорила. Масло или гель, который матирует кожу и сужает поры. Это тоже от Mary Kay, его где-то он есть, где-то его нету, так как у меня кожа комбинированная, то я в любом случае это использую. Наношу полностью на все лицо. Абхазия у нас тут вышла. Ну, в общем, тут много-много городов разных стран. Теперь следующее, что делаю, беру любимый Beauty Blender. И за основу, как обычно, перекрываю CC-кремом. Я беру сейчас светлый оттенок и беру оттенок Deep. То есть можно взять Medium to Deep, можно взять Болгария, София, привет, Москва, Казахстан. Ну, в общем, много-много пишите. Medium to Deep и плюс еще смешиваю светлый оттенок, который называется Very Light. Значит, ну, у меня дип, то темный, да, то есть мы два смешали. И третий я добавляю флюид хайлайтер золотой. Пропорция у нас идет 1:1. То есть у нас идет три капельки нанесения, да. То есть здесь у нас примерно, ну, половина косточки вишни. То есть такая пропорция. Вот, смотрите, три. Это у нас светлый, темный и золотой. То есть мы вот эти все три текстуры сейчас между собой будем смешивать. Смешиваем любимой кисточкой для консилера, для помады. То есть это получается такой молочный шоколад цвет. Очень красивый. В то же время вот этот легкий флюид хайлайтер, он придает сияние. И смотрите, сейчас, когда я смешала, что я делаю? Я наношу на скулы от периферии к центру. То есть это такой молочно-шоколадный цвет получается. Вот вы заметили, что я начинаю всегда с зоны скул. Это всегда придает лифтинг-эффект. И это всегда освежает. И именно от периферии к центру. Привет, Израиль! Также наносим на зону роста волос. И также наносим на нижнюю челюсть от периферии к центру. Я всегда говорю на нижнюю челюсть, потому что если приходят стоматологи на курсы, они всегда интересуются, на какую челюсть, на верхнюю или на нижнюю. Здесь есть стоматологи из Саратова, я знаю. Вот, поэтому для вас вот эта информация. Значит, нанесли. Теперь плоской частью бьюти-блендера начинаем тушевать. Тушуем от периферии к центру, можно от центра к периферии, то есть мы нанесли, пока он не застыл, но он в принципе не застынет, вы его знаете, мы начинаем тушевать. Вот смотрите, это легкое сияние флюида придаст коже вообще идеальный тон. То есть мы наносим сначала на скулы от периферии к центру, а потом тушуем до внешнего уголка губы, выводим, да, в сторону, вот так вот. Ну, как обычно, у нас сразу появляется лифтинг. Также здесь по росту волос мы начинаем тушевать. Также здесь от периферии к центру. И тушуем. Обязательно сначала плотное растушевали плоской частью. И уже сюда. Из коврова тоже стоматологи. Ну, короче, всем стоматологам привет. И наносим также до внешнего уголка. И также конусной частью наносим сюда и опускаемся на шею. Да, конечно, кистью можно тушевать, но лучше это делать бьюти-блендером, потому что он больше берет площади и упрощает время. И он делает плотное, но в то же время тонкое нанесение. А кисть, она подходит больше в этом случае для тонкой кожи нордического типажа. То есть, когда кожа тонкая, такой нордический типаж, да, вот, светлая, то тогда подходит больше кисти, нежели чем бьюти-блендер.
нанесли, растушевали. Все, теперь после этого берем консилер Deep Ivory, это светлый. И смотрите, я его наношу под глаза. То есть вот в данном случае у меня нету темных кругов под глазами. Если у вас есть какие-то затемнения, там темные круги, то я рекомендую сначала перекрыть каким-то, например, кремом CC или консилером персикового оттенка, то есть перекрыть эти затемнения, а потом добавлять светлый, потому что светлый оттенок, вот этот, он может высветлить еще больше ваше затемнение. Поэтому, пожалуйста, внимание, у кого есть темные круги под глазами, нанесите сначала вот такой же персиковый, он называется, по-моему, маскирующее средство вокруг глаз, и нанесите или CC-крем, если у вас нету, ну, там, аллергии на SPF, мы про это говорили, да, в записи можете посмотреть, в YouTube все есть. А еще моя рекомендация, это Беж Дин сияющая тональная основа для тех, у кого, ну, супер темные круги. Также наносим на лоб, на носик, видите, да, какой способ нанесения, вот. И можно нанести чуть-чуть на подскульное пространство, то есть вот этим консилером мы наносим достаточно плотно. Смотрите, если вы находитесь при высокой влажности, легко растушуется. Он как CC, только более плотный. Если вы находитесь при сухом климате, не растушуется. То есть, может, видно мимические морщины, как бы, ну, не совсем такой фреш будет. Поэтому берем наш любимый увлажняющий спрей. Если в вашей стране нету, например, написали в Казахстане, можно взять тоник TimeWise. И вот таким способом аккуратно, как бы, придаем влаги, так, это у меня закончился, новый остался в другом месте, вот, и тогда больше, получается, уже увлажняется и больше будет тушевка. Конусной части начинаем тушевать, губы, под глазами. Смотрите, я нарисовала такой, как бы, полукруг, да, но в то же время я выхожу немного вниз, то есть я делаю такой треугольник, также здесь треугольник. Вчера мы с вами делали полностью сухие, влажные, точнее, текстуры, и очень много было обратной связи, что макияж был там не жирный, как многие боялись. Вы мне доверяете как профессионалу? Все будет супер, просто повторите. Многослойное нанесение уходового декора всегда улучшает текстуру кожи. Главное знать грамотный способ нанесения. Если вы знаете способ и свойства, все, вы чемпион. Значит, мы нанесли конусной частью, растушевали, то есть на подвижное веко тоже захожу, чтобы визуально открыть. Также здесь конусной частью тушую. Также тушевку делаю конусной частью здесь. То есть, когда делаете тушевку, старайтесь максимально, как бы, вбивать, втирать. Можно вот такие запятые небольшие рисовать. Мне очень нравится использовать вот этот консилер. Он, знаете, чем вообще уникален? Уникален тем, что если есть расширенные поры, сейчас похоже на индускулу. Джимми, Джимми. Вот, если есть расширенные поры, можно нанести, и будет смотреться очень даже красиво. И выровнят, то есть вот реально выровнят. Но можно взять не белый, а можно взять персиковый. Если вы супер смуглянка, то есть, например, у вас кожа сейчас сильно загорела, то можно нанести. Вот, еще есть такой способ смочить beauty blender. Если спрей закончился, можно вот так сделать. Вот. Жалко, конечно, что закончился. Но вчера у меня был новый, сегодня не новый. И конусной частью аккуратненько тушуем. Ну, то есть, когда влажный, но не водой, пожалуйста, а именно спреем. Лучше сбрызнуть.
Так, теперь после этого, как растушевали, если, например, у вас есть мимические морщины, и вы видите, что все равно их видно, и там что-то, допустим, неровно, вы берете аппликатор и аккуратно втушевываете в каждую мимическую морщинку от центра к периферии, то есть вот таким движением. Вот такой способ, особенно если есть морщинки, да, там, если это возрастная кожа, то это реально очень круто, убирает эти неровности, и это такой быстрый способ. Все, теперь следующее, что мы делаем. Мы берем наш любимый Beauty Blender, и у нас есть две рассыпчатые пудры, в данном случае это Ivory 2. Можно взять Ivory 2, можно взять Beige 05. Плоской частью Beauty Blender набираю. Хотите потемнее, берите потемнее. Наношу от периферии к центру на скулы. И смотрите, сначала плотно наношу прям четкую линию сюда, а потом... опять же могу добрать и аккуратно такими вот движениями в виде запятой заполняю. То есть я как бы делаю лифтинг, получается визуально здесь уже гладкая естественная кожа, рельефное лицо и такой фреш. То есть это вот, ну, реально смотрится свежее-пресвежее лицо. Но на зону вокруг глаз, пожалуйста, не заходите. Потому что если вы будете заходить на зону вокруг глаз, то мимические морщины будет видно. И когда в течение дня ходите, например, там устали или там трудный день был, будет. Даже если увлажняющий спрей есть у вас в сумке. Да, подтяжка сразу видна. И также здесь мы наносим сюда, от периферии к центру. Также набираем здесь. И аккуратно выходим по росту волос. Это один из моих вообще любимых контурингов, который я обычно делаю при высокой влажности. Если, например, вы живете в холодном климате, то я рекомендую после каждого слоя сбрызгивать увлажняющим спреем или фиксатором, или тоником. Еще раз, то есть вот опять же, да, третий раз набираю. Еще раз на скулы. И всеми остатками, что на бьюти-блендере, аккуратно перекрываю. Остатками акцент на это делаю зону вокруг глаз. И полностью все лицо и шею. Теперь следующее. Мы берем светлый оттенок Ivory 1. Спасибо за лайки. Вижу, что вам нравится. И конусной частью бьюти-блендера. Кто делает со мной, напишите, пожалуйста, потому что вы сразу выставляете. Сразу, как эфир закончился, сразу выставили. И светлой конусной частью бьюти-блендера мы наносим на спинку носа, но не зону под глазами. Помним, да? Мы же не хотим, чтобы все морщинки были видны, когда мы очень сильно улыбаемся. О, делаю, супер, девчонки, я вами горжусь. Все, жду работы. Светлый также сюда. Это все у нас Ivory 1. Ох, как много делает, круто. Все, ждем, 30-40 секунд ждем, нанесли. Вообще, вы такие молодцы. Потом, наверное, кто-то идет на работу, кто-то идет мастер-класс проводить, кто-то дома будет красивый. Несколько девушек написали: нас не выпускают мужья из дома, в течение марафона мы слишком красивые. Почитайте, там вообще интересная история. Очень трудно выбрать победителя. Ой, как много делают вместе со мной, я очень рада. Большая пушистая кисть, верхней частью она чистая, мы начинаем тушевать. Растушевываем. Верхней частью.
Отлично. Растушевали. Контуринг получился шикарный. Я его обожаю, реально. Вообще кожа гладкая. Если есть поры, поры стали менее видны. Светленькие. Так, поставьте, пожалуйста, плюсы. Я уже боюсь после второго дня. Как бы заново не писать. Но сегодня не получится. Ставим, пожалуйста, плюсы, что вы меня слышите. И видите. И повторяете. Так, спасибо. Отлично. Теперь, после того, как мы все это сделали, что делаем дальше? Делаем коррекцию. Коррекцию будем делать сегодня очень интересную. Смотрите, у нас уже несколько текстур. Лифтинг есть, контуринг сделали. Та-та-дам! Это просто герой сегодняшнего эфира. Эта помада называется Petal to the Metal. Это из Metallic Collection Mary Kate Play. Это мой фаворит. Вот этот оттенок я люблю больше всего из всех, которые есть в Mary Kay. Вот из Metallic. Ну, еще синяя. Вашингтон тоже. Вот. Ну, синюю больше люблю, конечно, чем золотую. Ну, ладно, шучу. Синяя, конечно, крутая, но своеобразная. Вот. Значит, золотой оттенок. И верхней частью кисти, как обычно мы хайлайтер брали, также аккуратно разогреваем, растушевываем на руке. И верхней частью от периферии к центру наносим. Смотрите, здесь главное не втирать, а верхней частью легкая-легкая растушевочка. Сегодня у нас gold makeup, помните, да? Также легкая-прелегкая-прелегкая. Мы не давим на кожу, мы чуть-чуть слегка тушуем. Вот этот способ от периферии к центру по диагонали я называю лифтинг. То есть он придает лифтинг эффект. Улыбаемся. Сюда чуть-чуть. Сюда чуть-чуть. Отлично. Всеми остатками проходим куда? На шею. И когда кисть уже чистая, мы ее очистили, улыбаемся и тушуем. И остатками на губки, чтобы был эффект пухлых губ. Вот такой получился способ. Теперь приступаем к макияжу бровей. Очень люблю эту помаду. Можно заменить любой другой, только чтобы это лучше была коллекция Metallic. Но вот эта Petal to the Metal, она как называется? Бронзовая роза. Спасибо за подсказку. Вот бронзовая роза, если это верное название, то ну, лучше, конечно, чтобы был в наличии для этого макияжа, потому что именно gold макияж, его особенность в том, что он яркий, но он и натуральный. Мне, вот вы сейчас видите, мне нравится, я вообще, когда его делаю, я могу его сделать и весь день там быть на съемках, или вести курсы, или лететь в самолете, потом приехать мастер-класс провести, вот, и вечером пойти там куда-то на тусовку, да, или там на ужин, вот. Или просто весь день там шопинг делать, например, и ходить тоже можно. Ну, брови сегодня беру оттенок брюнет, как и вчера, мой фаворит, потому что мягкий, светлый. Вот, и теперь приступаем к макияжу глаз. Значит, здесь смотрите, особенность, основа наша любимая. Ну, где-то примерно со спичечную головку на подвижное веко до орбитальной складки. У кого есть морщины, веко опущенное, вот в этом макияже глаз нужно еще нанести на нижний ресничный контур, чтобы глаз был более открытый. Вот.
То есть, ну, это я сейчас показала, у меня, понятно, глаз открыт. И если вы хотите больше открыть, то добавляйте сюда. Ждем. Очень крутой способ, обожаю его. Теперь следующее, что делаем. Берем тени. Тени нам понадобятся темные. Можно матовые, можно шоколадные. Мы берем сейчас палитру, которая называется «Марокканские дюны». Вот здесь есть очень красивый цвет лиловый, и он замечательно смотрится серебром. Здесь есть вот такой светлый белый медовый цвет, и он очень красиво, ой, простите, серебром, золотом. Значит, первое, что делаю, беру аппликатор, который уже использовала, он немножко влажный, и вот этот оттенок, который лиловый, он подстраивается под текстуру и пигмент. Я наношу на 1/3 ресничного контура и наношу также на орбитальную складку. Аппликатор делает плотное нанесение. То есть, когда я наношу аппликатором, я получаю более плотное нанесение. То есть, если у вас нет, вы можете заменить любыми другими. Главное, чтобы здесь был темный оттенок, который уходит немножко в лиловый подтон. Ну, то есть такой фиолетовый. Почему именно в лиловый? Потому что золото очень красиво смотрится с холодным. То есть вот это золото, оно холодное, которое сейчас мы использовали, Petal to the Metal блеск. И это смотрится шикарно. Вы пишите мне обратную связь. Я понимаю, что каждый день я меняю стереотипы в нанесении. Ну, лайки можете тоже поставить, чтобы я понимала, что... Или все сидят краситься. Ну, давайте, пишите обратную связь, что впечатлило из контуринга, который мы сейчас сделали. Ну, вообще, вот то, что вы с утра узнали. Потому что потом у нас с вами нет времени читать. Ого, сколько лайков. Спасибо, спасибо. Так, наносим на 1/3 и до орбитальной складки. До орбитальной складки мы работаем с 1/3 глаза. Значит, нанесли плотно и здесь по орбитальной складке добавили больше растушевки. То есть растушевать надо максимально от периферии к центру. Все сделали, растушевали. Супер классно, свежее лицо, румяна, красиво, круто с помадой. Впечатлило больше количество консилера. Эту помаду использую как подложку под тени, а тут еще моделирование с ней. Я думаю, чем заменить в поездке с собой, нет этих продуктов. Что есть? Вопрос. Ну что помадой можно такой шикарный контуринг сделать? Это просто огонь. Нанесение жидкой помады и все-все. Помаду использовать что-то новое, конечно, спонж во всех нанесениях. Да, экономит время, экономит деньги ваших клиентов. Можно одним спонжем сделать макияж. Смотрела на эту помаду и не понимала, зачем она мне. Теперь знаю. Гранит, подойдут тени? Да, да, подойдут сюда гранит. Нанесли и растушевываем по орбитальной складке на 1/3. Теперь всеми остатками на аппликаторе я наношу на ресничный контур внизу. То есть сюда более плотно, сюда более тонко. Здесь также более плотно, здесь тонко. И стараюсь наносить именно тоненькую линию по ресничному контуру. Шампань, помаду можно. Я не знаю, что это за помада. Нанесение жидкой помады, нанесение консилера. Лифтинг эффект впечатлил. Светлым оттенком круче. Очень свежо, люблю такой тон. Сюда еще коралловую помаду. Ну, пожалуйста. Да. Угу. Да, что да? Блендер уже продала вчера после макияжа. Думаю, надо еще запасаться блендерами. Конечно, запасайтесь. Все, плотно нанесли. Пишите, буду читать по возможности. Значит, теперь следующее, что делаем. Это более плотное нанесение. Мы берем наш любимый консилер, который всех впечатлил.
Deep Ivory и наношу его на подвижное веко до орбитальной складки. Но я это делаю аппликативно. То есть, вот смотрите, консилер мы сегодня используем щедро. Заметили, да? Такой способ нанесения до орбитальной складки у нас идет плотный. И также тушуем аппликатором. Смотрите, здесь главное, чтобы он не застыл. То есть вы как нанесли, сразу тушуете. И заходим немножко на темный. И вот здесь должна быть легкая растушевка. Граница четкая только здесь. Дальше, этой стороной, которая темная, делаем легкую растушевку. И четкая граница у нас остается только здесь. Другой стороной тушуем. А следующее, что я делаю, я щедро кистью для растушевки, это как лопатка, набираю светлый пигмент и перекрываю плоской частью. То есть я перекрываю полностью центр, я перекрываю внутренний угол, захожу немного на темный. Вот такой способ нанесения, он, ну, конечно, для кого-то он будет яркий, для кого-то он будет непривычный, для кого-то он будет супер модный, кто-то побоится сделать. Вы знаете, да, что я всегда говорю? У меня есть несколько любимых фраз, которые все знают участницы моих авторских курсов онлайн и офлайн, и все, кто читали мои книги. Моя самая любимая: чем больше растушевка, тем дороже ваша кожа. Вторая моя самая любимая: все, чего вы боитесь, это 100% ваше. А то, чего вы не боитесь, не 100% ваше. Ну ладно, это я уже шучу. Плоской частью мы наносим. И у нас получаются такие яркие большие глаза. Теперь кисточкой Smokey Eyes или кистью Акцент, вот такой, по чистой орбитальной складке мы начинаем тушевать. Тушуем. Выводим в сторону. То есть нам важно, чтобы растушевка была мягкая. Если у вас немножко осыпалось, конусной частью убираете и вот так в сторону. Можно добавить сюда CC-крема чуть-чуть и аккуратненько вот так вывести, но потом растушевать. Теперь после этого, когда мы растушевали в сторону по орбитальной складке, следующее, что мы делаем, мы берем что? Нашу любимую помаду. И опять же таким способом наносим, только тут уже не так щедро, а чуть-чуть, верхней частью кисти. Можно делать Smokey Eyes. И по орбитальной складке даю тушевку этого цвета. Смотрите, по орбитальной складке тушуете, здесь плотно, здесь тонко. Но можно сюда нанести чуть-чуть больше плотности, это визуально откроет глаза. Особенно если глаз плоский. То есть вот если плоский глаз, очень круто сделать, например, сюда больше и сюда, то есть как бы здесь плотно, здесь тонко, здесь более плотно. Но у меня глаз не плоский, он большой открытый, но тем не менее он стал еще больше сейчас. Также набираю, также на 1/3 сюда. Спасибо за лайки, за обратную связь. Я очень рада, что вам нравится, потому что этот марафон и что вы это применяете. Более 500 участниц, мы посчитали 12 стран. Ну, потом сделаем еще статистику. Еще немножко набираю, сделаю сюда больше. Тонко. И сюда более плотно. То есть, только, пожалуйста, если близко посажены глаза, сюда сильно не наносите. Оттенили. И сюда. Все. Всеми остатками золотого наносим на кончик носа и немножко на спинку, чтобы визуально
чтобы визуально носик был более узким. Теперь следующее. Наш любимый и дорогой, угадайте, кто? Карандаш, карандаш, где ты? А где-то ты был здесь. Так, сейчас я его найду, вот он. Значит, смотрите, черный карандаш. Боковой частью карандаша заполняем ресничный контур. И этого достаточно. Право-лево, разница видна. Боковой частью карандаша заполняем ресничный контур. Разница видна. Верхней частью карандаша заполняем внешний угол. Разница видна. Какой кисточкой? Smokey Eyes. Верхней частью тушуем внизу. Выводим в сторону. И здесь не тушую. Тут важно, чтобы был четкий контур. Здесь мягкая-мягкая растушевка. И визуально глаз будет более открытый. Не надо рисовать стрелку, не надо рисовать черные вот эти углы. Это будет макияж... Ну, ладно, не буду сейчас ничего говорить. Ладно, шучу. Не надо рисовать, пожалуйста, потому что это будет сценический образ уже. Тут главное не переборщить. И плоской частью также заполняю. Плоской частью заполняю, соединяю верхней частью карандаша и тушую. Тушую от периферии к центру. Тушую внешнюю часть. Все, вот такой получился макияж глаз. То есть мы делаем gold makeup. То есть у нас gold — это самое такой легкий, ну легкий. У меня все легко, вы это знаете. Вот легкий, интересный. Сюда светлый не добавляю, можно матовый. Сюда светлый не добавляю. То есть это будет уже для вечернего. Мы делаем ежедневный. Красим ресницы. Основа под тушь, как обычно. Карандаш вы всегда делаете круто. А у меня... Поставьте, пожалуйста, плюсы. То я боюсь сейчас что-нибудь. А у меня в течение дня он иногда остается на верхнем веке. Стрелку люблю четкую. Реже делаю растушеванную. Попробуйте... Несколько слоев карандаша, не один слой, а первый слой нанесли, спасибо за плюсы, подождали 30-40 секунд, еще нанесли, и так до 5 слоев, тогда, возможно, будет стойкий. Потому что если жарко или кожа комбинированная, то такое бывает. Моя любовь, вы можете брать любые туши, спасибо за сердечки, спасибо за плюсы, просто не хочу, чтобы получилось как в тот раз. И так, нет звука. У кого есть звук, поставьте плюсы, пожалуйста. Или напишите: Лиза, звук есть, чтобы я знала. Поверх светлого корректора. Можете в записи посмотреть, кто пропустил. Брызги шампанского от Adplay тоже металлическая из этой коллекции. Она более золотая. Можно ее применять. Да, конечно, вы можете брать любые, какие хотите, просто этот более мягкий, более женственный. Золото, оно подходит больше для рыжеволосых девушек, для тех, у кого красные, там розовые, яркие волосы. Это будет смотреться круто. Для брюнетки и блондинки, если блондинка с пшеничным оттенком волос, будет тоже шикарно. Если это холодная блондинка с светлыми волосами, больше в пепельный, лучше не надо. Еще добавляю основу под тушь. Здесь можно брать любой, главное, чтобы он был металлик. То есть металлик — это вообще тренд этой весны.
И в принципе лето тоже можно носить всегда. Но он всегда будет смотреться круто, романтично и очень сочно. То есть вот металлик — это одно из самых таких сочных нанесений. И главное здесь понимать, как наносить и что делать. И также ресничный контур внизу. Сначала внешнюю часть, вы видите, да, что я прокрашиваю все три дня. Также сюда наношу. И аккуратно еще добавляю. Ну, то есть я люблю ресницы яркие. Вы можете делать не такие яркие, но для такого макияжа глаз они должны быть яркие. Даже если сделать накладные, то или там на магнитиках, или приклеить, то тоже будет смотреться шикарно. Это тушь Radiant. Это бренд, с которым я работаю 4 года в Болгарии. Radiant, Seventeen, Aura, я уже рассказывала. И объемная очень тушь, то есть она придает еще эффекта. Но как бы вы можете взять просто несколько слоев, нанести одной любимой туши. Я люблю несколько тушей смешивать, чтобы ресницы были ну супер длинные. И также нижний ресничный контур. Уходовый декор всегда подстраивается под текстуру и пигмент. Очень круто смотрится, спасибо. Синяя тушь. Синяя тушь сюда лучше не использовать. Для возрастного подойдет. Все макияжи, которые показываю в марафоне, они стандартные, подходят абсолютно всем, для любого возраста, с любым состоянием кожи, от 14 до 114. Макияж простой, смотрится потрясающе, спасибо. Использование коричневой туши днем, наверное, лучше, чем черная. Пожалуйста. Вот такая золотая штучка. Золотая штучка, она была давно-давно в Mary Kay. Но сейчас ее уже нету, но в некоторых странах она еще есть. Вот. Я ее наношу немножко на ресницы, то есть это gold makeup, да. Вот, только на нижние, на верхние я не наношу. Можно нанести еще легкую тоненькую подводку, но это уже будет как макияж стрелки, об этом я рассказываю на обучениях. Сделали. Очень эффектно. Какой шикарный макияж, очень красиво получилось, у меня есть, вот, есть, обязательно сделайте сегодня. Шикарно, Лиза, спасибо огромное. Так, теперь переходим дальше. Можно взять еще основу под помаду, чтобы губки были более пухлыми, но я сюда уже нанесла и тональный, и консилер, и помада. И здесь мне понадобится мой любимый карандаш Light Nude. Я наношу от периферии к центру. Как обычно. Также заполняю сюда. Сюда. Ну, то есть мы сейчас будем делать амбре. Легкий контур. И можно слегка растушевать или пальчиком, или кисточкой Smokey Eyes. Пока не застыл, можно палец. Палец, обычный палец. Нам понадобится палец. И после этого я беру помаду нежный поцелуй на центр губы. Можно все губы перекрыть. И внешние края, они не затушеванные, мы перекрываем оттенком Petal to the Metal. Тот, который сегодня герой нашего марафона «Кожа класс Алекс» мировой бренд. Вообще, помните, да, что
Так что-то у меня со связью, я волнуюсь. Напишите еще плюсики, пожалуйста. Опять сюда добавляю светлый. И получаем вот такие вот губки. Красотка, макияж яркий, выразительный. Спасибо за плюсы. Так, что-то там еще было много написано, сейчас прочитаю. Так. Угу. Связь отличная, спасибо, все прекрасно. Так, ну что, вот такой получился сегодня у нас макияж, gold makeup. Губы бомбические, да, очень красиво смотрятся. Спасибо, супер, вау. Пишите обратную связь. Смотрите, очень легкий контуринг, очень легкий способ нанесения. Кто был на моих авторских курсах, для вас это вообще легко и просто. Те, кто со мной на марафоне четвертый день, для вас это легко и просто. Те, кто только что присоединились к прямому эфиру и к нашему марафону, я вас приглашаю, присоединяйтесь. Все условия написаны в моем аккаунте в Инстаграме Елизавета Мейкапро. Также все записи есть на моем канале YouTube. Прям написано 1, 2, 3, сегодня будет 4 день. Очень красиво, спасибо за обратную связь. Волосы шикарные, обещали рассказать, как ухаживаете. Это второй любимый вопрос. Привет, Нуриюш. Значит, я делаю кератин уже на протяжении 6 лет. Даже 7 лет я делаю кератин. Вот, у меня волосы сами по себе длинные, темные. Кератин просто помогает. Ну и все, вся история. Вот так я ухаживаю за своими волосами. Очень красиво, свежо, интересно, да. Значит, смотрите, мы сегодня, кажется, я знаю, какой макияж будет на корпоратив. Отлично. Но на самом деле, знаете, у каждого ярко, у каждого там пишут шикарный макияж, Лиза красотка и так далее. Очень красивый макияж, Елизавета, супер. Спасибо вам большое за обратную связь. Пишите, пожалуйста, очень интересно почитать. Сегодня мы делаем с вами gold makeup, то есть у нас такой gold makeup. Его можно делать и утром, и в обед, и вечером. У каждого ярко свое. Для меня это классический дневной макияж. И я с этим макияжем и в таком образе могу ходить весь день. Кто-то так ходить не может и не может себе позволить, потому что может быть корпоративная какая-то, корпоративный стиль есть на работе. Кто-то, например, считает, что это очень ярко. Ярко у каждого свое, да, я сейчас скажу, там собачка. И я там представила овчарку, кто-то представил там бульдога. У каждого свое. Поэтому, когда вы... там говорят ваши клиенты, что это ярко, или я так не смогу ходить, так можешь только ты, на самом деле нет, каждая выбирает для себя способ нанесения. Сегодня в марафоне вы будете делать такой же макияж, и более 500 участниц из разных стран делают. Вы можете это повторить другими оттенками, главное, чтобы это был металлик, и он был голд, любыми оттенками, да? Вот, но растушевка может быть не такая яркая, интенсивная, то есть можно сделать немного меньше. Вот, поэтому, пробуйте, выставляйте работы. Я знаю, что сейчас я закончу прямой эфир, и уже будет около там 20-30 работ. И потом обязательно выставляйте еще свои работы. Всегда-всегда мы ждем. Завтра у нас будет новый крутой, интересный макияж. Я тоже буду все это рассказывать, показывать. И самый популярный вопрос про онлайн-курсы и самый популярный вопрос про мои книги. Смотрите, онлайн-курс «Кожа класса люкс нью» мы закрыли. 30 стран русскоговорящие обучились, то есть у нас в июле было закрытие.
Если вы хотите онлайн обучиться, мы работаем с IT-компанией, которая нам дает доступ. Но это, конечно, решаю я и моя команда, потому что это моя онлайн-школа макияжа. Но здесь мы уже закрыли, да? Я не знаю, откроем мы ее заново или нет. Если вы хотите онлайн, пишите в директ. То тогда мы откроем доступ, и для участниц марафона будет спеццена. Но это пока не точно. То есть, если вы действительно хотите, и количество участниц будет большое, то цена будет крутая, именно спеццена для участниц марафона. 6 уроков, подарок книга «География макияжа», доставка все бесплатно, в конце будет онлайн-выпускной и так далее. Это не точно, потому что нужно решить вопрос с IT-компанией. Если вы хотите онлайн-курс, чтобы мы его открыли, то пишите в директ. Теперь акция. Про поводу книжек специально для участниц марафона, для всех, кто смотрит и спрашивает. У меня есть две книги. Первая книга — это «Кожа класса люкс». Она есть на трех языках: русский, английский, немецкий. Самый большой тираж — это на русском языке. Эта книга сделана по американской технологии. Ее можно пачкать, она легко отмывается. Она маленькая, тоненькая, емкая. Я рассказываю подробно, понятно, вы все это знаете, видите на марафоне. Книжку можно носить в сумочке, держать на рабочем столе. Короче, там подробные инструкции, разные контуринги лица на долгое-долгое время, виды макияжа, немножко моей я есть. Эта книга существует уже 2,5 года, и она есть более чем в 30 странах. Вторая книга вышла с 20 мая, это книга «География макияжа», это книга по новым технологиям с QR-кодами. В этой книге я написала, чем отличается уходовый декор от профессионального и класса ниже, почему я выбираю именно этот декор. Я там в разных образах, история макияжа. Также в этой книге «География макияжа» есть истории девушек, которые после курсов вышли замуж, которые после курсов увеличили продажи, изменили свои образы, приобрели уверенность и так далее. Но это самое маленькое, что я вам сейчас говорю. И, конечно же, что самое крутое в этой книге, это живые видео. То есть мы снимали видео в разных странах: Россия, Казахстан, Германия, Америка. Это 4 страны, где больше всего проходят мои курсы онлайн и офлайн. И там, соответственно, участницы делятся обратной связью, реальные истории, что после курса произошло. Я делаю макияж, показываю, какой макияж стал топовый и популярный после курсов, что больше приобретали клиенты. Короче, все это очень интересно. На сайте по ссылке можно зайти сейчас посмотреть в моем профиле, почитать. Ну и акция будет 10 числа. Поэтому все, что вы просили, мы это сделали. Я очень рада была с вами сегодня поделиться. И напоминаю, что в завершении нашего марафона мы выбираем самую правильную, ответственную девушку, которая выставляла все по правилам. Так, у меня осталось чуть времени. В общем, 2 приза, вы знаете, читайте условия. Все, сохраняю эфир. Всех люблю, до завтра. Всем хорошего дня. Жду вашу обратную связь в директ. Ну и, соответственно, ваши работы больше 600, я думаю, сегодня будет точно. Всем пока.